Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России нанесено поражение 17 военным объектам Украины. Среди них уничтожены 2 командных пункта подразделения украинских войск, а также 15 районов сосредоточения живой силы и военной техники. Оперативно-тактической и армейской авиации, воздушно-космические силы России поражены 38 военных объектов Украины. Среди них 7 пунктов управления, 2 зенитных ракетных комплекса, 1 С-300 в районе Николаевки и 1 АСА-АКМ в районе Великая Камышеваха, 2 укрепрайона, а также 27 мест сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Уничтожены свыше 210 националистов и 43 единицы бронетехники и автомобилей. Подразделениями артиллерии в течение дня выполнено 309 огневых задач. Поражены 14 пунктов управления, 292 района сосредоточения живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины, а также 3 склада боеприпасов в районах Червоная и Ильичевка Харьковской области. Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Черкасская Лозовая Харьковской области сбит вертолет Ми-24 украинских воздушных сил. Также в районах населенных пунктов Пески-Радьковские и Борщевка уничтожено 2 украинских беспилотных летательных аппарата.